Вы смотрите отзыв об отеле Fame Residence Гойнак. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Йенок, который был в нем в 2012 году. Отель очень понравился. Номер предоставили сразу, как только приехали, в 7 часов утра, с видом на горы. Территория небольшая, уютная, красивая, чистая. Пляж постоянно поддерживался в образцовом порядке. Каждое утро ходили встречать рассвет и купаться. Какие красивые рассветы! И каждый раз, необычайный рассвет. Море не успевало остывать за ночь. На территории отеля есть два больших информационных термометра. В 6:30 утра температура воздуха колебалась от 17 до 25 градусов тепла. Вход в море хороший. Пару раз шел дождь, но он был непродолжительный и воспринимался положительно. Один день штормило. Были приличные волны, что было воспринято отдыхающими как очередная забава. Кормили достаточно и прилично. Завтраки обыкновенные. На обед, ужин, курица, индюшатина, рыба. Особо хочется отметить, скумбрия гриль в 12 часов на пляжном баре. Из фруктов яблоки, апельсины, сливы, виноград. Один раз была дыня. У пирса соседнего отеля Калики Пэлес с утра много рыб приплывает на кормление. Персонал обученный, отзывчивый, приветливый, им нравится, когда скажешь пару слов по-турецки. Уборка в номере проводилась, все функционировало хорошо. На велосипедах ездили 2 знак долларов в час, в каньон. Это предгорье Таурских гор. Там очень красиво и величественно. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.